Так, ребят, всем привет. Я хотел когда-то тестировать Мериды велосипеды, потому что в России они популярны и доступны относительно. Но вот мне прислали только Меринду. Что поделаешь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии, чтобы когда-нибудь все-таки Меридка случилась на канале. Ну а сегодняшнее видео по цепям. Мне кажется, оно очень интересное, так что слушайте в оба. Это настоящая Shimano Tura Ace HG 901. 11 скоростей пока что. Tura Ace цепь. И вот как она выглядит. Собственно, вы фейк видели. В отдельном видео можно, конечно, тоже еще раз посмотреть, как фейк выглядит. Quick Link имеется руководство. Кстати, для 12 тоже пойдет. Еще одно руководство. По-немецки. Сами квиклинки, посмотрите, как они выглядят. Тоже, то есть это оригинал, да? Пальцы до сих пор не смыл от чистки педалей. Но, думаю, это не отвлечет вас от данного видео. Дальше, упаковка. Вот эта розовая наклеечка тоже имеется. Закрытая. То есть не сменили здесь цепь, не успели. Посмотрите, с одной стороны ничего. С другой стороны надписи. Соответственно, вот так вот она монтируется на велосипед. И надписи не просто, конечно, там что-то написано, а моделька CNHG901, 11, что такое. И видно, камера передает, что обильнейше смазана эта цепь, в отличие от фейка, опять-таки. Эта цепь стоит в версии с квиклинком около 50 евро на данный момент. Да, цены повысились солиднейшим образом, то есть 105-й цепи уже 30 евро стоит. Я ее выиграл на аукционе за очень дешево, за, не знаю, 20 с чем-то, по-моему, евро. Короче, очень даже круто, не жалуюсь. Имеется Tura Ace. К следующей цепи перейдем. Не знаю, кто-нибудь, возможно, уже распознал, но это вот классная очень цепь, она очень даже выглядит, такой комплимент этой звезде, от Absolute Black, овальной звезде. Классные тоже. Классные звезды. Советую. То есть не в этом цвете. За этот цвет вы доплатите, должны будете еще овер до хрена. Но, по крайней мере, вот именно такие звезды. Это то, что я реально советую. То, что работает для меня в подъемах, тоже отлично. И вот реально какое-то естественное ощущение при покручивании. Эта цепь. KMC DLC 11. Это самая дорогая цепь, по-моему, у KMC. Ну, есть еще дороже версии, там уже смазанная. Она очень легкая, она с прорезями, да? И основное, конечно, отличие — это вот этот цвет. 90 евро за эту цепь. Я, опять-таки, выиграл ее по аукциону. Она новая. И я заплатил тоже 20 с чем-то, что ли, евро. С двумя аж квиклинками. Она покороче, чем мне нужно, но большая-большая здесь не работает, переклюк слишком будет вперед смотреть, возможно, даже работает, кстати, я просто не хочу его сильно напрягать, но и большая-большая это, ну, не так, как нужно вообще есть. Кто подключился к этому видео и не понимает, о чем речь, большая-большая, это вот большая звезда спереди, большая звезда сзади, это то, что, в принципе, не рекомендуется делать. Если вы не богачар с лучшими механиками мира, и вам не жалко вот это все. Так, посмотрим. Здесь вот упаковка из-под донатов. Тоже отдельное видео делали. Веганская версия. Можете заценить тоже. Донаты просто на канале наберите в поиске. Здесь тоже куча цепей. А именно вот это уже изношенная Red 22. Точнее, не изношенная, а готова к следующей варке. Вот это готова к использованию, это сваренная. Вот это готовая к варке KMC, по-моему, она самая дешевая, она даже раньше, по-моему, 13 евро стоила в магазине. Это уже Камилы цепи. И вот это я купил совсем недавно, это 105-я цепь. Тоже она практически как новая, я еще ее и сварил, и она готова к использованию. И я ее выиграл тоже на аукционе, вы не поверите, наверное, 300 раз уже я
говорил, что я что-то выигрываю на аукционе, но вот эту цепь я выиграл за 6 или 7 евро. То есть действительно какие-то копейки. Она так стоит в магазине баснословные 30 евро. И теперь к выводу. А, похвалился, что я все выиграл. Вот, кстати, еще дополнительная длина для DLC 11. Если что, штифт, нужно будет пин купить для KMC и вставить. Тогда все будет работать. И достаточно длина будет. Но основной вывод. Покупайте на eBay подешевле. Ну да, это, конечно, все здорово. Но, во-первых, это аукцион, это удача, это случай. Не факт, что выставят. То есть на всех по-любому не хватит. Это не совет, который можно обобщить для всех. Совет, который я могу обобщить для всех, это использование смазки. Используйте хорошую смазку. Используйте, пожалуйста, молоко растительное. Тоже используйте только хорошее, по возможности. И сейчас лучшее, что в принципе есть для цепи, это варка ее. Причем по исследованиям это силка Hot Melt Wax. Это то, что реально очень долго держит. Во-первых, цепь производительный, стоит недорого и, ну, в принципе, non plus ultra. Конечно, вы можете потратиться, если ваш велосипед стоит солидную кучу денег, то на Absolute Black Graphene Loop, лучшая смазка в мире, в принципе, проверенная, вообще топ, можно 1000 километров ездить, и даже больше, ничего с цепи не случится, но вот она ужасно дорого стоит, для простых смертных, скажем так. Вот, вывод данного видео заключается в том, что вот этот DLC, который вы видели, 90 евро стоит. Но я вчера катался на ней, но и вы ничего от этого не почувствуете, не узнаете, если вы не посмотрите вниз, что в вашей трансмиссии там стоит. Вот за этот цвет, да, синий, за него переплатить, то есть 90 евро заплатить, ну, не знаю. Какая бы цепь у вас ни была, решает по-любому смазка. Обратите внимание больше на смазку. Не поддавайтесь на всякие небылицы от дедов, что компаньолы цепи ходят, вот, долго ходят и гораздо дольше, чем там, не знаю, Шимана, чем СРЭМ, и от СРЭМ говно, и, не знаю, всякие есть, конечно, всякий опыт использования, но в конечном итоге решает вот это дело, смазка. И самое лучшее, что сейчас придумали, как я уже, собственно, сказал, можете перемотать, если по каким-то причинам забыли. Инвестируйте в смазку цепи, инвестируйте свое время в периодическое смазывание цепи по рекомендациям. Так вы спасете не только вашу трансмиссию в общем, но да, и начиная с цепи. То есть она будет и ходить дольше, и при этом и производительность тоже будет выше. То есть вот эти пару ватт между не очень хорошей смазкой и очень хорошей, они, конечно, будут, их сложно будет заметить. Однако они имеются, это дополнительный бонус. Сосредоточьтесь на том, что хорошая смазка будет держать вашу трансмиссию гораздо в лучшем состоянии, чем плохая. Инвестируйте сюда, а не вот в эту хрень, которую я вам показал. Но, опять-таки, если имеется возможность на аукционе сорвать, то почему бы и нет? И почему бы не поставить этому видео лайк и прокомментировать, рассказав мне, какую смазку ты используешь, какой опыт ты имел с ней, и в том числе, какие цепи ты используешь. Возможно, действительно, как-то ты что-то там почувствовал, разницу в цепи, но я катал на 105-й, я катал на, тоже у Камилки есть самый дешевый Ебан цепь, на Red, на Altegra, на Компаньола тоже катал, и вы не почувствуете эту разницу. Смазка is the king. Все, спасибо за внимание. Та-да.